Особенным этот учебный год стал и для лицея номер 58. Здесь исполнилось 10 лет проекту «Атом-класс». Мы побывали на линейке для 11-х и первых классов. В этом году в лицее набрали сразу 6 первых классов. День знаний стал по-настоящему волнительным событием для малышей и их родителей. Ой, такой праздник внутри. Мы привели наших доченек. Почему 58-я школа? Потому что мы сами здесь учились, у нас старшие дети здесь учатся. Ну и вообще по территории очень близко. Слушать надо учителя. Волнуюсь больше, чем ребенок. Она у нас единственная, мы первый раз первый класс. Мы сели заплетаться? А у мамы не получалось с 4-го или с 5-го раза вот эту косичку заплести. Ну все получилось? Да. Как настроение? Отлично. Хорошо будет учиться. Учитель очень нравится нам. Какие сегодня у тебя чувства на душе? Ну хорошо. Я буду учиться на 5-ке и 4-ке. В школе надо учиться, повторять уроки и дружить с ребятами. Я удивлена, мне нравится. Друзей нашел уже? Да. На торжестве, напомним, в регионе разрешены линейки на улице для первых и одиннадцатых классов, первоклассники прочли душевные стихотворения и пообещали хорошо учиться, а одиннадцатиклассники дали напутствие малышам и спели песню. Свои творческие номера подарили девчонки из хореографического коллектива «Данс-шоу». Школьников приветствовали директор лицея Полина Доминова и депутат Думы Новоуральского округа Петр Ильин. Любимый лицей, потому что он действительно сопровождает и всю мою деятельность депутатскую. И дети мои здесь учились. И поэтому я с радостью, с гордостью пришел в лицей поздравить всех с наступающим учебным годом. В атом-классах школьники углубленно изучают физику и математику. Кроме того, здесь создана высококлассная материально-техническая база, школьный технопарк и межсетевой центр компетенции атом-классов. Мы получили прекрасный кабинет физики благодаря этому проекту. Мы получили замечательных выпускников благодаря этому проекту. Уже 7 выпусков у нас было атом-класса. Это более 170 человек. Это те люди, которые закончили уже вуз Москвы, Санкт-Петербурга. 10 лет классом Росатома. Мы первые, это 4 города твеловских, создавали эти классы. У нас большие планы, я думаю, большие победы для всех. Создадим хорошие условия и будем идти вперед. С праздником! Первый раз в последний класс перешли 11-классники. Сейчас они самые старшие в школе и пример для остальных учеников. Я сегодня подходил с таким с боевым настроением сюда. Я намерен действовать очень активно в 11 классе, в общем, учиться, и все у меня будет хорошо. Первоклассники, значит, я хочу вам сказать, что нужно быть трудолюбивым, нужно обязательно слушаться учителей, они ваши друзья. Вот, они вам всегда помогут, всегда поддержат. Вот. И нужно дружить друг с другом, потому что дружный коллектив – это большая часть успеха любого. Это, наверное, самый ожидаемый год, 11 класс, самый волнительный, при этом самый радостный. А у меня чувство восторга и немножко тревоженности, потому что впереди у нас очень плодотворная работа, и мы набрали сил за лето, чтобы все успешно сдать. Так как я обучаюсь в этом классе, нам атом класс дает больше возможностей. Мы изучаем технические предметы, а также в этом классе есть возможность изучать гуманитарные предметы. Но для меня конкретно важнее технические, так как я собираюсь в устно-техническую специальность. Сразу воспоминается, как первый раз сюда пошел, сегодня уже 11-й. Даже немного грустно осознавать, что это уже последний год. Изучение углубленно наших профильных предметов, несомненно, поможет нам хорошо подготовиться к экзаменам, разумеется, их сдать и уже стать настоящим специалистом в будущем. В этом году в педагогическом коллективе пополнение. В лицей пришли работать 9 начинающих учителей, которые, по примеру своих старших опытных коллег, будут вкладывать силы и душу в каждого ученика. Здесь придерживаются отраслевого принципа госкорпорации «Росатом» – быть на шаг впереди. Анна Акрамова, Павел Сизов, 1 сентября, лицей 58.